Так. Вот так вот попугай высиживает свои яйца. Вот наша мамочка, Глаша, и 6 яичек. Сейчас мы покажем, какие из них оплодотворенные, а какие нет. Ой! Ругается. Кусючие. Пу-пу-пу, отходите. Так. Так. Забираем ее. Яички ее. И на сковородку. Ага. Закрываем ее кормушечку. Ничего себе кормушечка. Так. Я тебе все жалко. Ставим телефончик. Так. Видно, что желточек. Там никого нету. Там никого нету. Просто пустое яичко. Откладывай. Ставлю в сторону. Кладу следующее яичко. Здесь уже видно, что есть. Кто-то там. Это так. Кровеносные сосуды, да? Кровеносные сосуды, да. Можно сейчас может увидеть, как бьется сердечко. Да, видно? Видно. Да, бьется. Я не вижу. Вот мама. Вот, видно, да? То есть, вот оно. Бьется сердечко. Видно, как бьется сердечко. И вот так видели. Есть жизнь в этом яичке. О, тоже. Здесь уже видно, что тут уже кто-то есть. Маленький зародыш. Покрутим ее. Сосуды, да. А ну подожди. Бьется, не бьется сердечко. Оно там даже шевелится. Вот, видно, что шевелится, сегодня тоже. Видно. Дышит. Да? Наверное. Вообще живое там. Живое. Да, видно, дышит. Вот тут здесь видно, смотрите. Вот, вот это место. Больше меньше. Расширяется, сужается. Здесь жизнь есть. Зародыш. А тут, по-моему, то же самое. Тоже. Здесь уже больше. Поставь туда. Здесь уже больше. Здесь видно, что там уже кто-то есть. Кто-то... Ой, о, вообще все видно. Ой, что это такое чудо? Ну, бриончик. Ой, видно, что он там шевелится. Посмотри, посмотри, да. Видно, он шевелится там. Да. Это попугайчик, волнистый наш попугайчик. Интересно? Кеша, помолчи. Он же ж волнуется. Он же ж отец. Так. Да яйца пропали. Сейчас, Кеша, отдадим ему твои яйца. Драгоценные. Более раннее яичко. Видно, что сосудики есть. Ладно, подожди. Да, и там что-то шевелится, да. Видно. Шевелится. Жизнь есть. Есть. Здесь пустое. Да. Совсем пустое яичко, да. Здесь ну пусть ничего. Еще посидит, конечно. Пусть еще сидит. Ой, что это? Брось. Вау! О, уже три яичка. Да, смотри. Я вижу.
шевелится. Ну, шевелится, вот тут видно. О! Ух ты шка. Здесь жизнь есть. Ладно. Наша Глаша волнуется. Открой, Владушка, крышечку. Открываю. Садим. Мы возвращаем вам ваши яйца. Так, вот, ну. Сейчас я сырок подержу чуть-чуть. Так, одно. Нервничает Глашенька. Кеша меня кусает. Конечно, кусает, он же волнуется. Так, все. Кеша. О, мама заглядывает, но боится, крыши нету. Закрываем крышечку. И она сейчас сразу заскочит. Оп, и заскочила. Вот тут она так вот сидит. Все, 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 закрываю, закрываю. Папа заглядывает, кормит маму. Если она вылазит, он ее обратно загоняет. А с утра заставляет идти купаться. А с утра заставляет ее купаться, да? Это второй выводок. Первый выводок полностью пустой. Кеша не сделал, не справился со своими обязанностями. Не оплодотворил. Балбес. Да, Кеша? Кеша. Кеша. Ну скажи, что ты балбес, Кеша. На камеру. Кеша, Кеша говорит, Ира! Ира! Все, пока.